Сергей, в очередной раз вас приветствует Харьковская Российская Федерация УСУ. И начинаем мы выступление с самого Ельфа. Это базовая маленькая связь, что пускать так называется. Девочки, делать пока первую сессию. Немножко постарше молодой человек, да уж вы искусство сабли. Старших детей, как они бывают называют. В этом комплексе включены основные виды работы с палкой, то есть блоки, удары, основные направления. Но это северное направление, есть еще южное, которое палки сегодня нет, уже скажем, вчера. После Ян должен быть Ин, Тайзидзян и Тайзидао. Два направления внутренней школы перестали. Это самое распространенное направление УФУ, то есть Китай занимает наибольшее количество людей. Спортсменов там поменьше. Ну, исчисляется с миллионами, но а вот это очень много. Каждый раз я напоминаю, что соревнования проводятся на покрытии 8 на 14, ну понятно, что на ровной поверхности. Поэтому, конечно, некоторые элементы сложные. Thank you.
вначале показывал наш самый юный участник, сейчас уже фрагмент, скажем так, международного образца, немножко более сложный. Сергей Александрович. Одно из древних направлений — это Дисюань, стиль Чэньчжэ.
Который так же оценится, как командное выступление. И эту композицию назвал бы «Дети Джеки Чан». Спасибо.